Пошло. Так, мне нужно узнать, как дело было, когда шли занятия. Покажи, кто где сидел. Он сидел вон там. Подожди, сейчас. Кто вел занятия? Здесь Катерина сидела, вот, Финикова. Где у вас стоял этот компьютер? Нет, она, у нас не было компьютера. Да, она просто с Библией была, с этим совсем. Ну покажите, где они, эти отроки, сидели? Вот так сидели? Нет, они сидели... Вот где сидели? Сначала... Вот зачем сюда залезли, это непонятно. Сначала там, потом... Зачем сюда залезли-то? Потому что мы здесь... Вы мне должны показать, где вы сидели. Где вы землю эту брали? Что, вас тащить или что? Или не понимаете, о чем спрашиваю? Я говорю, когда вы это делали, землю сыпали на стол, покажите, где вы сидели. Ну там сядьте и покажите, мы обратно смакетируем это. Ну, ты всегда садишься туда, так? Ты сидел рядом, да? Подражал ему. Так, ты что делал? Я сидел здесь, он... Занятия шли? Да. В это время вы ничего не слышали. Ты что делаешь? Покажи, как ты делал. Ну, я... Покажи, возьми в руки носы. Покажи, я должен увидеть. Ты наклонился. Там земля. Бери в руки ее. Ну, бери, вон там сухая. Да, бери, руками ты брал ее. Бери, я тебе ничего не заставляю еще. Люди идут занятия, ты берешь землю, и где ее обедаешь, тут сыпешь на стол. Сыпь ее. Ну, теперь объясни, что это означает. Все, удул, надулся, и все. А почему ты не залез сюда оправиться-то? Слез бы, в туалет не ходил, и оправился, пописал, покакал. Здоровый парень такую штуку выкинул. У меня никогда этого не было за 44 года. Скажи, зачем ты ее насыпал? Так-то делать и не пойдет. Я тебя на веревочку посажу, и ты будешь ходить с воспитателем каждую минуту, чтоб тебя сатана не мучил. Не молчи, говори быстрее. Для чего ты насыпал ее? Ну, просто, чтобы потом... А? Просто, чтобы потом сдуть. Что? Чтобы потом сдуть ее. Ртом сдуть ее со стола. Так зачем ее ложить, а потом сдувать-то? Это стол для еды, ты это знал? Да. Тебе охота дуть было ее? Вот отец посмотрит этот ролик, еще скажет. Вырастил я балбеса какого. У меня были всякие хулиганы, но такого-то еще не было. Тебя никуда нельзя одного послать, ничего. С ведром послать, ты ведро писать начнешь, хотел посмотреть. Тебе это надо? Такую даль ты ехал, чтобы эту дурь показать свою? Нет. Ну а что, объясни тогда. Я положил ее, чтобы сдуть. А к чем сдуть? Ну, то. Ну покажи, как ты хотел сделать ее. Давай я отойду, дуй. Вот здорово как, вот это придумал, ну изобретатель. Какой он молодец, да на платье, на брюки себе везде. А ты что делал в это время? Я ты взял... тоже полез за этим? Я взял тетрадку, положил ее сюда. Потом тетрадку сюда положил и что? Сюда насыпал, потом вот так вот стрёх, вот так вот стрёх. Потом положил тетрадку. Кто эту землю убирал за ним? Он убрал сам ее. Убирай. Не на скамейку. Посмотри, какая грязь. Ты это хотел сделать. Ты что, ты думаешь, что умный или что? Мы не умели без себя делать. Ждали, когда ты из Канады прилетишь и научишь нас свиньями быть. Еще над русскими людьми смеетесь. Теперь посмотри, какая рука у тебя. Покажи ладонь. О, посмотри. Так дело не пойдет. Значит, перед обедом будешь мыть все столы с сегодняшнего дня, все время мыть. Каждый день мыть будешь. А сейчас пойдешь с землей дуть ее. Пошли туда. Я ушел на работу и думаю, как тебя выучить-то? Это же надо придумать такую гадость. Почему? На стол землю, чтобы он как он дует. Да он, Игнатий Тихонович, он бывал так писал, но я ему диктовал с Библии. Да это мне не надо Библия. Причем тут Библия-то? Просто дурь несусветная. Ну. Так, ты тоже участвовал в этом? Дай им рукавички. Где? У меня есть. Пойдем ты. Сейчас, пошли, где рукавички, знал? У меня есть свои. Да. Ну что, туда идти тебе, бери. Бегом беги. Рукавички возьми, быстрее. Бегом беги. Вот наказание какое. Я такого не видал. Это какое-то явление такое. Посмотри, что дальше будет. Иначе его посажу на веревочку. С воспитателем каждую минуту. Ни на шаг нельзя отпускать. Вот и является причина.
Мы работали целый день сегодня, там подготавливали. Бегом, бегом, беги, бегом! Надевайте рукавички. Пошли сюда. Вот это что такое растение? Как называется? Крапива. Крапива. Как ее выдергивают? Смотри. Вот я ее выдергиваю. Видим, подкапываю. Вот здесь маленько. Дальше. Вот она у меня вышла. Видел? Да. Вот теперь клади на пенек сюда землю. Я убрал крапиву. Бери землю, сыпь. А потом дуй. Насыпай землю, не бойся. Тебя никто не тронет. Насыпай. Ну и дуй. Теперь сдувай ее. Дуй. Дуй сколько тебе надо. Давай, еще насыпай. На столе. Тут-то ничего, тут можно. Убирать не надо. Опять дуй. 10 раз сдуй. Вот, давай, гляди, ты любишь это делать? Сколько раз? 4? Давай дальше. Дуй, дуй. Там дождь идет. Придется прятаться. Мы не успеем ничего сделать. Так. Теперь ты насыпай. Ты брал ее? Насыпай. Насыпай. Ты поменьше брал. 3 раза. Ты не дул на нее? Что? Ты там дул на нее? Нет, я ее снял. А как? Ну, вот. Просто сметай тогда, сметай. Все, снова насыпай. Тебе 3 раза, ты поменьше. Дальше, где крапиву найдете, вот здесь вот. Вот ее так выковыриваю лопатой-то. А в это за собой дощечку возьмете. На ее насыпайте, сдувайте, насыпайте, сдувайте. Так уходим, дождь. Ты меня понял? Да. А там будешь мыть всю неделю. Столы. Все. Не забывай. Как это забыл, без еды остался. Попроси Галину Александровну, чтобы она дала тебе воды, все столы мыть перед едой. Каждый день мыть. А потом скамейки после этого поганого. И будет хорошо. Вот вдвоем будете работать. Лопата вот стоит, ждет тебя. Так, рукавички положить. Посмотри, где у него рукавички. Премудрость какая. Не ходи туда на это. Рукавички положите в карман. Не потерять. А тебе нет, то трудно их потеряешь. Надо положить ему на место. Сбегай, положи на место. Вытащи их, иначе потеряешь. И он беги за ним. Вот такая, брат, история. И ты никогда не придумаешь, что они делают. Ни ума не хватит, ни... Это синё. Ну, значит, так. Полотенце мне повесили и убрали. А почему убрали, непонятно. Так, положили? Да. Так, все, чтобы были здесь, там никого не было. Все, выключай.